В Балхаше прошла ярмарка вакансий для алименщиков и подучетных службы пробации. Работу предлагали в центре занятости. Сейчас в городе около сотни несовершеннолетних не получают алименты от родителей. Главной причиной должники называют отсутствие работы. Помочь в поисках взялись судоисполнители, центр занятости, прокуроры и служба пробации. Алименщиков, осужденных и освобожденных из мест лишения свободы пригласили на ярмарку вакансий. 6 организаций предложили им несколько десятков рабочих мест. В итоге с направлениями в организации ушли около 10 человек. А тех, кто не пришел по приглашению, ждет административная ответственность. За неявку им может грозить штраф или арест до 5 суток. Были приглашены организации, которые предлагали данную работу данной категории лиц с целью того, чтобы лица, находящиеся на учете, менее были подвержены к совершению повторных преступлений.